Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим об ароматах, и не просто об ароматах каких-то, а именно об ароматах, которые я использовала в октябре, и часть из них перейдет со мной в ноябрь и, возможно, и на всю зиму, потому что это те ароматы, которые сейчас создают такое ощущение тепла, уюта, женственности, и с которыми мне очень хорошо. Вы знаете, я знаю, что многие люди, девушки особенно, часто выбирают аромат по составу, то есть смотрят какие-то ноты, да, подбирают себе что-то необыкновенное, чтобы был букет вот такой, какой они хотят. А я же в основном смотрю на аромат по тому, какое с ним я получаю состояние. Есть такие ароматы, которые меня просто безумно вдохновляют, есть ароматы, которые меня делают маленькой нежной девочкой, есть ароматы, которые дают мне такую силу, уверенность в себе, и поэтому я не могу пользоваться одним ароматом, то есть они все для меня как помощники по жизни. И сейчас расскажу про те, которые вот сейчас в данный момент со мной. И Eclat Mon Parfum, этот аромат со мной уже, кстати, не первый месяц, я его очень люблю и даже иногда им пользовалась летом вечерами, просто я скучала по нему. У него такой классный состав, это китайская груша, розовый перец. Я, кстати, заметила, что если в составе есть вот такие вот фруктовые ноты и розовый перец, то мне этот аромат вот такой вот прямо по душе. Королевский белый ирис, миндальная пудра, белые пачули и светлый мускус. Вот это все, что содержится в этом красивом флаконе. И, конечно же, это ключевые ноты. Если разбирать аромат по составу глубже, то там очень-очень много таких всяких переплетений. Но самое главное, что этот аромат стойкий, он красиво звучит и он отзывается у окружающих такой фразой: вау, как от вас вкусно пахнет. Вот об этом аромате чаще всего я такое слышу. И как раз следующий аромат, который сейчас со мной, Giordani Gold Essence, он у меня, видите, практически новый. До этого было два флакона уже полностью использовано, но этот аромат в основном я достаю уже вот когда холодно становится, потому что он настолько вот богатый, он гуще по ощущениям, он гуще, чем Eclat Mon Parfum, и в то же время в нем более какие-то звонкие ноты, потому что в составе есть мандарин и апельсин, а лимон и мандарин, жасмин, флендоранж, амбра, древесная нота и мускус. То есть он уже такой сексуальный, такой женственный, и, конечно, с таким ароматом хочется уже совсем по-другому одеваться. То есть это уже точно никакие не спортивные варианты, не просто даже джинсы, а вот хочется платье, что-то, да, бархат просится, шел, какие-то такие вот вечерние ткани. Но иногда пользуюсь и днем, конечно, просто потому что он мне очень-очень нравится. И сам флакон, у него крышечка покрыта настоящим золотом, то есть это драгоценность, жемчужина Oriflame. Следующий аромат — Divine Royale. Вот такой вот изгибистый весь флакон. Divine Royale у нас уже был раньше, еще в других вариантах есть Divine Idol, был еще Divine, не помню, такой тоже вкусненький, как вот вишня из варенья, вот у меня с ним такая ассоциация. Divine Royale — это восточный аромат, то есть относится к группе восточных, и он такой нежный-нежный, он такой вот, как бы, у меня восток обычно ассоциируется с такими пряностями, густо-густо пахнущие такие женщины, вот когда мы были в восточных странах, то вот у меня сложилось такое впечатление. Здесь же восток очень нежный, поэтому если вас пугает слово восточный аромат, то здесь вы не испугаетесь. Итак, в составе: коктейльная вишня, мандарин, розовый перец, опять же белые цветы, жасмин, гордения и ваниль, мускус, сандал. То есть он такой вот прям мягонький, такой приятный, ну и он тоже вызывает хорошие такие ассоциации, вот именно вот когда такая прохлада на улице, то с ним становится теплее. Следующий аромат, который я тоже
Очень-очень люблю и уважаю, и это, наверное, один из самых густых для меня по звучанию ароматов, так и называется, сублим натуры, тонко бин. И вот как раз бобы тонко в состав входят, и это еще не все: морские ноты, молекулы каскалоны, черная смородина, ваниль и белый мускус. Я же здесь слышу громче всего, для меня это бобы тонко и черная смородина. Вот как-то морские нотки я не замечаю в этом флаконе. Что хочу сказать про этот аромат: он очень стойкий. То есть если вот Divine Royal, я его на себе практически не чувствую, только когда его наношу, и вот я такая: а, как приятно, и все, потом от меня этот аромат улетучивается. Хотя вот многие говорят, что ой, как от тебя вкусно пахнет, да, особенно когда вот с кем-то встречаешься: ну вкусно пахнешь. Я не чувствую, и говорят, что это хорошо, когда не чувствуешь от себя аромат, что это правильно, значит, ты с ним сливаешься полностью воедино. Но я люблю, когда я чувствую аромат, и вот этот аромат невозможно не почувствовать, он такой громкий, но не давит. То есть есть ароматы, которые, хотя это опять же зависит от вашего восприятия, но он меня вообще не давит, я с ним себя чувствую вот очень хорошо. Но главное, чтобы не было жары, то есть вот эта вот прохлада, ветерок, морозец, вот это прям то, что нужно. Идеальный аромат, стойкий, его, я знаю, многие очень любят, и как раз в 15-м каталоге он будет по классной акции. А вот этот аромат, он такой неожиданно как-то не вписывающийся вроде бы в эту коллекцию, но тем не менее. Аромат Be Happy — это новинка серии Feel Good. Несмотря на то, что здесь вот нота красного апельсина, она должна быть такая вот как бы цитрус, он такой энергия, да, вот такой драйв, но здесь есть нота куркумы, а куркума — это дает вот этот пряный, нежный аромат, который смягчает вот этот вот взрыв энергии апельсина. И еще здесь ходит сандал, вот, то есть он тоже мягкий, сексуальный и звонкий. Этим ароматом я пользуюсь в основном вот с утра, вот я прям стою, иду, да, умываюсь, и перед тем, как идти вот на завтрак, или просто когда уже сажусь за компьютер, он у меня стоит прямо у компьютера, у монитора, и я им просто вшух-вшух-вшух обязательно на руку делаю такое соприкосновение, и он меня вдохновляет. То есть у меня с утра такая классная работоспособность благодаря этому аромату, и в течение дня я его немножечко добавляю. Он абсолютно не стойкий, я его чувствую прям совсем чуть-чуть, и его стойкость где-то 3-4 часа. Но опять же, я от себя его чувствую в первые минуты, он меня прям вдохновил. Потом, если мне хочется подзарядки, я его еще чуть-чуть добавляю. Вот мне он тоже нравится, такой прям хороший аромат. А здесь маленькая неожиданность. Скорее всего, многие из вас не помнят, что в Oriflame был такой аромат Мираж. Я брала его вот в таком маленьком флакончике. Кстати, это чудесная идея, когда ароматы можно приобретать как в большом формате, так и вот в таких малышах. Во-первых, с собой носить очень удобно. Во-вторых, это дает возможность, например, на ту же сумму, сколько стоит один большой аромат, приобрести разных, несколько маленьких. Тоже приятность. И что с этим ароматом меня связывает? Вы знаете, когда я его приобретала, это был 2010 год, не падайте в обморок. Аромат, кстати, совершенно не поменял свою композицию, несмотря на то, что здесь вот просто крышечка вот так открывается, но она очень плотно сидит. Аромат не поменял свою композицию, он остался такой же густой. Вот если его сравнивать с нашим Tonka Bean, то он в разы гуще, в нем столько сладости, в нем столько всего. В состав входит, кстати, апельсин, мандарин, мои любимые ноты, жасмин, роза, ветивер, сандал, амбра и ваниль. То есть здесь просто безумная смесь сексуальности, страсти, женственности. И он, когда его наносишь на кожу, то есть это просто, я вам не могу сказать даже, через закрытый флакон, но вот я его открыла, уже этот аромат, у меня текут слюнки. Это безумная кондитерская, вкусная,
вкусное, что-то необыкновенное, при этом стойкий настолько, что мне кажется, вот, кстати, нанесу капельку, так я по нему скучаю, я им очень редко пользуюсь, потому что для меня он, ну, его слишком много для меня, вот достаточно такой капли, вот я прям чуть-чуть его распределила, все, ну и капельку можно вот так вот за ушко, этого его очень много, он такой стойкий, красивый, но он нравится Мише. Вот я когда начала рассказывать, я бы этот аромат никогда себе не купила в то время, потому что в 2010 году мне нравились свежие морские ноты, какие-то зеленые, я никогда не смотрела в сторону ароматов, в которых было много сладости. Потом у меня поменялся вкус, и я купила этот аромат для Миши, потому что ему он так нравился, и я просто иногда им прям вот капельку использовала, здесь его еще очень много, больше полфлакончика. И что я хочу сказать, что каждый аромат, он по-своему необыкновенный, и вы выбираете для себя то, что вам нравится, и выбирайте это, не покупая сразу большой флакон, а сначала через пробники, тестируйте аромат, носите его как одежду, потому что, ну, с ним нужно подружиться, вы должны вот именно поймать то состояние, в котором вот будет ли вам хорошо в этом аромате или нет. Например, если я беру аромат, пробую Мисс Джордани, который очень всем нравится, я с ним себя чувствую некомфортно, он меня как-то вот раздражает, отвлекает, даже бесит, можно сказать. Аромат Giordani Gold Original тоже у меня просто с ним, как будто меня вот прям по голове хлопнули, и мне с ним тяжело и некомфортно. Поэтому очень важно, конечно, и слушать отзывы других людей, но выбирать только вам. Носите на себе аромат и чувствуйте, классно вам или нет. Если вам с ним хорошо, то берите. Если нет, то такой аромат вам точно не нужен. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь, этот обзор вам был полезный. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Была рада встрече с вами. Всего доброго, пока-пока.